Всем привет! Сегодня я хочу снять видео на тему сборки трицикла. Все запчасти уже были подготовлены ранее. Все подогнано по размерам, вымерено, выставлено и покрашено. Нам остается только собрать. Трицикл будет с данным мотором. Мотор 72 куба, альфа, 4-скоростной, тянет очень даже неплохо, то есть думаю, что на данный трицикл хватать его будет. На моторе ничего сверхъестественного не установлено, установлен только коротенький глушак, вот он начинается здесь, самодельный, и заканчивается вот такой вот небольшой баночкой. Выходом. Так, чисто, чтобы заглушать лишние газы. И получился такой своеобразный прямоток. Нет у нас электростартера, потому что щетки в электростартере сгорели. А новых у нас, по крайней мере, не найти. Поэтому будем собирать без электростартера. Потом, может быть, что-нибудь придумаем. То есть вот такой вот мотор будет установлен. Вот у нас здесь есть электроника. На него тоже надо будет разобраться. Рама взята от старого советского мопеда Дельта. Переварены крепления вот нижнее под мотор, вот верхнее. Ну и, в принципе, вот для сидений еще сделана более жесткая и ровная система. Так, дальше ступицы самодельные, вот такой вот блин под 6 дырок. Устанавливаться будут колеса от мотороллера Муравей задние и также передние колеса от мотороллера Муравей. Вилка передняя, вот она у нас, вот это основание. Вот это основание взято от мопеда Карпаты. Все остальное сварено из профиля. То есть ничего сверхъестественного. Подстаканник родной дельтовский. Немного вот тут вот усилен уголком, чтобы все это дело не разложилось. Так, задняя ось. Насчет задней оси. Задняя ось, обычная труба взята, к ней вот здесь по центру приварена такая, можно сказать, шайба, на которую крепится звезда. Потом, конечно, будет вот где-то вот в этом месте приварена и вторая для диска задних тормозов, но пока ее нет, и тормозов задних тоже пока не будет, пробный вариант. Посмотрим, увидим, как что будет работать. Вилка задняя вот сварена полностью с нуля. Вот это место под натяжитель цепи приводной. То есть, а так больше ничего пока особо интересного. Звезды у нас будут стоять 14-41 стандарт. Потом, если надо, будет изменим на более тяговые подшипники на задней оси. Вот такие вот подшипники крытые, забивающиеся солидолом, ну или чем-то подобным, прикручиваются на два уха. Ну а об остальном увидите далее. Первым делом начнем со сборки задней оси. Чтобы собрать заднюю ось, на нее нужно накинуть не менее важные запчасти. Потом тут же накидываем подшипник и с другой стороны еще один. Теперь
ставим наши ступицы. И ступицы вставляем болты, на которых они держатся. Затягиваем наши ступицы. Далее мы наживляем ступицы. Сейчас прикрутим задний маятник. Берем наши импровизированные болты. Вот тут они заварены, а тут гайка откручивается. Пока затянем от руки, чтобы потом можно было выставить маятник во всех положениях, как нам удобно. Вот наша, собственно, рама. Сейчас мы будем устанавливать задний маятник на нее. На раму. Так вот. Запихиваем ось и корректируем. Затягиваем ключами на 22. После того, как мы прикрутили задний маятник, самое время заняться задней подвеской. Задний амортизатор у нас будет вот такого плана. Это у нас амортизаторы от Ежа. Вот такие вот. Очень даже неплохие. Стоят не больше 900 рублей. Сейчас точно вам сказать не смогу. Вот верхний крепеж у нас. Мы ставим шайбочку, амортизатор и болт. Точно так же устанавливаем второй. Далее нужно установить двигатель. Так. И вот. Вот что-то. И вот так. О. Отлично.